В малом зале районного акимата царила теплая дружеская атмосфера. Заместитель акима района Алпамыс Кушкенбаев представил гостям нового акима района, уточнил, что Мержан Мунайдарович ознакомлен с имеющимися на сегодня проблемами. Глава района, в свою очередь, выступил перед собравшимися с теплой речью, отметив при этом важность встречи. Рассказав о себе и о своей трудовой деятельности, он отметил, что именно старейшины, как носители богатого опыта, знаний, являются лучшими советчиками в делах. Сіздермен ақылдасып, одан басқа да бәлкім сіздің білмей жүрген, әсіресе мәдени саласында, білім саласында, одан басқа мына енді айтамыз ғой, жастар арасында, жастар жылы дейміз, волонтер жылы, ендігі жылы. Алдымызда келе жатқан үлкен Әл-Фараби атамыздың 1150 жылдығы, келесі жылы Абай атамыздың мерейтойы, онымен қатар екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғаны 75 жыл. Мұнымен қатар арғы жылдары бұйырса еліміздің 30 жылдығы тәуелсіздігі. Осы арада сіздердің де ойларыңызды, пікірлеріңізді алып, ақпаталарыңызды алып, сіздермен ақылдасамын деген ойым бар. Рахмет осы шақырғанда келісін еткізіп жатқандарыңызға. Секретарь районного маслихата Адлихан Куликешев просил ветеранов дать советы, высказать свои мнения, чтобы у акима было больше информации и рекомендаций. Какие на сегодня есть проблемы, что необходимо решить в первую очередь? Все эти дни после назначения акима мы все вместе совершали обход по городу. Все мы знаем, что волнуют жители. От своего имени я хочу пожелать Мержану Мунайдаровичу успехов в деятельности и надеюсь, что в ближайшее время мы общими усилиями приведем город в порядок. Аксакалы поднимали перед акимом такие первоочередные проблемы, как регулирование пассажироперевозок маршрутными автобусами, вывоз твердобытовых отходов. Наше решение на данный момент – это демонтировать все углубленные контейнеры. Заменим их на новые евроконтейнеры. Все эти работы мы должны произвести до сезона дождей. 103 углубленных контейнеров на сегодня. Мы уберем их, вместо них установим евроконтейнеры. По поводу маршрутного сообщения. На сегодня ездят «Газели» по 6 маршрутам. 3 из них – сообщение с городом. По остальным 3 маршрутам планируется выделить финансовые средства из бюджета. Надеемся, по данному вопросу решение выйдет уже в сентябре. Но после выделения средств мы потребуем у организации по пассажироперевозкам обновить автобусный парк. Конечно, не сразу, но постепенно, по мере получения средств, заменять хотя бы по одному транспортному средству. На встрече с аксакалами и членами общественного совета прозвучало немало проблемных вопросов, с которыми сталкиваются жители. К примеру, было предложено увеличить масштабы орошаемых земель. Аким района Мержан Затканов, выслушав мнение аксакалов, поддержал их предложением и сказал, что приложат все усилия для решения озвученных проблем. В ходе встречи аксакалами высказывались также предложения по урегулированию автостоянок для автобусов с сообщением «Аксай-Уральск», «Аксай-Оренбург» о необходимости поддержки сельхозников, продолжении ремонта дорог, благоустройства сел, необходимость благоустройства парков и многое другое. Аким заверил старейшин, что решение всех актуальных проблем населения он возьмет под свой контроль. В свою очередь старейшины, высказав свои пожелания, поблагодарили акима района за теплый прием, поздравляли с назначением на должность, а также дали благословение в его дальнейшей работе. Майя Амирова, Тимур Тулебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия Карачаганак.